Дорогие друзья, всем привет! Сижу я такой, короче, в ожидании обновы, скроллю ютубчик, жду какую-то новую информацию по обнове, про нового персонажа, какие-то эксклюзивчики, новости и бла-бла-бла, чтобы записать для вас видос. И вдруг натыкаюсь на следующее видео. Давайте я вам покажу его. Однажды я увидел ролик Холдика или стрим, в котором он сказал, что его цель поднять 20 тысяч кубков в Бравле. А я вам все время на стримах говорил, что тоже моя цель — это 20 тысяч. Дальше это идет, не знаю, задротство 24/7, но 20 тысяч кубков — это, я считаю, изи, я смогу сделать. И Холдик сказал, что сможет. И я подумал, почему бы нам с ним не побатлиться, да? То есть, когда выйдет этот ролик, уже будет конец сезона, у нас с ним заберут кубков, грубо говоря, у каждого будет по 15к. И я хочу заключить пари, чтобы мы апнули с ним 20 тысяч кубков за один сезон. То есть за две недели нужно будет апнуть 5к. Друзья, я вот что-что, но признаюсь честно, не ожидал увидеть Базю в своем, ну, своим конкурентом. Ну, я не по Ютубу говорю, вообще там по кубкам, по игре. Потому что Базя то снимает Clash Royale, то не снимает. Потом то снимает Brawl Stars, то не снимает. Я честно, я не знал, что он играет до сих пор, там апает кубки. И когда увидел этот видос, я посмотрел, у него 15 тысяч плюс кубков. То есть у него даже выше, чем у меня на основе. И меня это немножко поразило, потому что да, я на основе сейчас редко играю, у меня кубки не поднимаются. Я цель такую поставил, 20 тысяч за сезон. И тут Бас записывает ролик, где вызывает меня на батл, кто быстрее апнет 20к. Я 20к за цель поставил, но не в этом сезоне, серьезно. Но я принимал вызов от Шампанова, я участвовал в челлендже с Саурумом и принимаю вызов твой, Базя. До конца сезона это... Не, ты сказал изи, я даже так не считаю. Ну, бля, кто я такой, чтобы даже я так сказал пафосно? Окей, ну, я серьезно, ну, не знал, что... Блин, Базе это так легко дастся, 20 тысяч кубков. Я, например, ну, либо себя недооцениваю, либо... Лучше недооценить, чем переоценить. Но это не даст мне расслабиться. Ярик, Базя, давай сделаем это, попробуем. Я не уверен, но, блин, это не даст расслабиться, еще раз повторяю. Ребята, я принимаю вызов. И, блин, уже 2 минуты болтаем, а мне нельзя терять время. Пора апать кубки. Это что-то интересное. Рекламная пауза именно. Ну что ж, друзья, моя первая цель — это пока догнать Базю. У него там 15500, я видел на ролик. И вот моя цель сейчас быстренько догнать его, и дальше уже мы будем идти наравне, и вот кто больше будет там уделять этому время, кто будет больше стараться, тот и будет повыше. Но я пока отстаю, поэтому я не буду сейчас брать бойцов, которые у меня уже на 600, хотя у меня они были на 700, это сейчас сброс был кубков, я буду снизу начинать. И начну я, наверное, я не знаю, могу с Сэнди, могу с Бита начать, давайте с Сэнди, наверное, доапаем до... 500 кубков. И жду вас сегодня на стриме. Друзья, кто поддерживает меня в этом челлендже, поставьте, пожалуйста, лайк. Я отношусь с уважением к Базе. У нас никакого конфликта. Я даже не знал про этот вызов. Чтобы вы там не подумали, что мы там будем сейчас из-за этого батла какие-то отношения выяснять. Это просто такой, получается, будет спор. И с уважением отношусь к своему сопернику. Но у меня большое желание победить. Поэтому... Я буду стараться делать все возможное, чтобы обогнать его. Но, блин, чтобы обогнать его, мне понадобится, блин, прям супер 24/7 задротить. А я сейчас, ну, очень в таком сжатом графике работаю, потому что у меня сейчас, блин, за месяц, если вы посмотрите, 60 роликов вышло на основном канале. И 20 роликов на лайв-канале. Итого 80 видосов. Я попросту не успеваю на два лагеря работать и там, и сям. Поэтому мне надо что-то тогда отбросить. И на данный момент мне это сделать тяжело, потому что у меня запланированные планы. Там на лайв-канал поехать на выходные целые придется. Это тоже выпадет несколько дней. Но! Я не буду грузить вас своими проблемами. Я думаю, что это все... Ну, звучит как отмазки. Поэтому неважно, как... Но я буду пытаться это сделать. Ребят, вы меня, главное, поддержите, если вам интересно это. Мы с Аурумом подобное что-то проводили. Аурум кинул вызов, чтобы у нас была дополнительная мотивация завершить основу. Ну, как завершить? Чтобы быстрее приблизиться к идее с новыми проектами. Чтобы создать новые проекты, нам надо было хотя бы основу довести до фула. И он мне предлагал всех персов апнуть на 500, 14500 взять. Тем самым такой челлендж пари заключить. Кто быстрее это сделает? То же самое кинул и Базя. Но Базя еще в видосе сказал про наказание.
Тот, кто проигрывает, донатит своим подписчикам. Ну, меня это не напугать. Поэтому, ну, не сказать бы, что я не боюсь проигрывать. Нет, я проигрывать... Нет, это не так. Я не боюсь, я не хочу проигрывать. Ну и не боюсь. То есть даже если проиграю, мне будет радость вам задонатить. Задонатить надо будет 2000 гемов, то бишь 7000 рублей. 100 баксов. Ребят, меня устраивают условия. Я не боюсь проиграть и не хочу проигрывать. Да, это тоже очень важно. Но... И победить я не знаю как, то есть, блин, время надо очень много. Поэтому я вас прошу, ребят, всех поддержать меня. Я буду стараться, сейчас будут ежедневные стримы. Буду, короче, задротить. Блин, ну правда, опять же, я не уверен, что я буду прям много-много этому времени уделять. Но... Попробуем. Поехали, Базя! С этого дня у нас сегодня 21 число, сброс сезона. Через 2 недели... конец снова этого нового сезона. Поэтому спустя 2 недели мы подытожим, кто взял 20 тысяч, а кто не взял. Я думаю, что... Оу, фак! Грёбаный бит. Я даже подумал в один момент, что мы, ну, 20 тысяч, может, не осилим. Хотя я не знаю, как ты играешь, возможно, у тебя все получится. И отдать, типа, победу тому, кто апнет больше, да? То есть, ну, допустим, я взял 18 тысяч кубков, ты 19, да? И, типа, ну, из нас двоих никто не взял 20к, но ты больше меня набрал, поэтому ты выиграл, я проиграл. Но потом подумал, не, все-таки условия 20 тысяч, поэтому, чтобы не расслабляться, если проигрываем оба, то и донатим подписчикам тоже оба. Вот, а если оба... Апнем 20 тысяч, я даже не знаю. Тогда будем уже по приоритету покупкам. Кто больше апнул. Это прикольно. Ну что ж, друзья, пожелайте мне удачи. Напишите, за кого вы болеете. Я, опять же, удивлен был, потому что я думал, что Базя не играет в БС. Он там снимал какие-то видео, но я не думал, что он там задротит. А потом я реально охренел, когда увидел, что у него больше кубков, чем у меня. Поэтому никогда недооценивай своего соперника. Тихо! Оп. Хорошо. Воу-в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 оу. Слушайте, мне что-то эта пассивка абсолютно не нравится. Вот что такое? Почему она наносит по 40 хп? Она же раньше побольше наносила. Давайте поменяем пассивку, вот это. Она хотя бы будет хилить 300 хп в секунду, блин, камон. Чем 40 будет наносить урона. Что-то бред, по-моему, раньше по 200 урона наносила. Я вроде снимаю БС каждый день, но за такими мелочами, новостями я что-то не слежу. Ну что ж, давайте сделаем эту каточку победной, топ-1. Вот. Я даже не знаю, как прокомментировать. По поводу шансов, да, вот. С одной стороны, ну, типа, я думаю, что шансы у нас плюс-минус, да, одинаковые. Но я чё-то не верю в себя, что я за 2 недели апну 5000 кубков. Ну, это охрененное задротство надо. А вы как считаете? Ну, я уже принял вызов, поэтому будем смотреть, как оно будет на деле. Чё тут обсуждать? Прикольный никнейм. 1, 2, 3. Так. Блин, как же к нему подойти? Он такую позицию удобную выбрал для себя. Ёпта. Ну давай, о, вот сейчас он позицию не сильно удобную для себя. Фух, жесть. Какой урон. Тихо, тихо, не пыли. Так, а где еще бойцы? Надо определить, где еще, чтобы меня никто не закрысил. О. Я хилюсь, воу. Пум. Есть. И столкновение. Блин, мне с чем-то Сэнди прям вот очень напоминает Поко. Так. Оп, и даже хильнуться не успел. Топ-1, друзья. Ну что ж.
Я жду вас сегодня на стриме, друзья. Потому что теперь мне надо... Не так, как... Да, за стрим 50 кубков. Теперь мне надо гигантскими шагами просто пушить трофеи. И первая моя цель — это догнать базу. Апнуть 15 тысяч. Приходите сегодня на стрим. Я буду поднимать бита. Я буду поднимать Сэнди. Соответственно, жду обнову. Новый персонаж еще выйдет. Это еще плюс 500 кубков. Немножко будет попроще. Вот. Ну и... Блин. Будем смотреть по ситуации, кого апать. В первую очередь, наверное, буду апать легендарки. Ну а дальше посмотрим. Это что-то интересное. Лично для меня. Не даст мне... Не будет повода мне расслабляться. Все, ребят, всем до новых встреч. Желаю удачи базе. Желаю удачи себе. Пускай победит сильнейший и у кого больше времени. Всем до новых встреч. Базя, давай, топи. Пока.